1 октября, 20 часов 30 минут, Одесса. У нас раздается сигнал воздушной тревоги. Практически сразу поступает информация. Внимание! Зафиксирован пуск ракеты с тактической авиацией из района острова Змеиный. Направление Вилково, Измаильский район Одесской области. Но помните, ракета может менять курс. Все в укрытие. Минут через 5. Внимание! Цель оказалась фальшивой. Это работа вражеских средств радиоэлектронной борьбы, имитации ракетного пуска. И в 20 часов 45 минут приходит оповещение «Отбой воздушной тревоги». Вот так вот наступает первый вечер октября 2023 года в Одессе. Моим дорогим соотечественникам, землякам мирного неба, всего самого наилучшего. Берегите себя, дорогие мои, и даст Бог, до новых встреч!